Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Murano 2010 года выпуска. Двигатель 3.5 бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 142 тысячи километров. Заменю на нем масло в вариаторе. Надо было заменить на 130, ну немножко получилось 135. Небольшой перепробег, незначительный. Автомобиль эксплуатируется, как говорится, в ненасильственном стиле вождения, поэтому ничего страшного в этом нет. Масло менялось на 90 тысячах, но менялось без снятия поддона. Сейчас замену произведу вместе со снятием поддона, помою его, помою магниты и заменю выносной фильтр, а внутренний фильтр промою. Он сетчатый, поэтому менять его смысла нет. Поднимаю автомобиль, снимаю переднее левое колесо, снимаю защиту и открываем локер. Здесь фиксатор, я его расфиксировал и снял щуп. Проверяем состояние масла. Вот. Грязи на масле нету. Это говорит о том, что коробка не насилуется. Поэтому даже сейчас можно было бы, по идее, не снимать поддон. Уровень масла на 5 миллиметров чуть выше. Ну, это нормально. И точно так же я его залью после замены. Щуп уже не вставляю. Глушу автомобиль, поднимаю. Снимаю вот этот воздухозаборник. Здесь три гайки, головка на 13. И снимаем сбоку вот эту накладку пыльник. 4 клипсы. Вот наш фильтр. В принципе, я даже локер не буду отодвигать. Я вполне нормально его заменю и так. Теперь ставлю тазик и сливаю масло. Шестигранник на 10. Масло темное, конечно, но не грязное, смертельно. Сливаем его. У нас должно слиться где-то больше 4 литров. Чуть-чуть больше 4, поэтому мы и зальем тоже 4 литра. Заведем, прогоним во всех режимах, поработает. После этого опять сливаем масло,
снимаем поддон и меняем фильтра. В стекло маленько масло закручиваю на место пробку. Опускаю автомобиль и заливаю масло. Вставляю вороночку. Беру масло NS2. Номер для заказа KE90-99-99-45R. А масло 5-литровой фасовки. Инструкция должна быть на русском языке, да, вот она есть. Ну все, открываю пробку и заливаю. Заливаю 4 литра. Все, залил я 4 литра масла, литр остается. Даже воронку снимать не буду. Запускаю автомобиль. И прогоняю на тормозах во всех режимах. Звук, который при переключении происходит, это тук-тук, это звук не из коробки, это звук на тормозном диске. Переднее левое колесо у меня снято, и при переключении передачи ступится маленько в диске, там есть свободный ход, она вот тюкает от задней на D-передачу. Что я этим добиваюсь? Я по всем каналам прогоняю свежее масло, смешиваю его со старым. Многие спорят, что это не полная замена масла. Я никому не доказываю, что это полная замена. Полная замена – это проточная аппаратная с двойной емкостью. Так раньше делали. Потом стали дополнительно к объему добавлять просто 2 литра масла, проталкивать и все. Но при регулярной замене, вот такой частичной замены масла, хватает 2 банок. Сейчас глушу автомобиль и сливаю опять масло. Поднимаю и открываю пробку поддона. Все откручиваю. Ну и вот уже с первой банки видно сразу, насколько масло чище. А сейчас, сменив фильтра, помыв поддон, залив, еще у нас уйдет чуть больше 5 литров масла,
после снятия поддона и замены фильтра масло будет чистенькое. Пусть стекает, а пока оно стекает, начинаю откручивать по периметру все болтики. Оставляем только два. Вот этот болтик и вот этот болтик. Остальные все откручиваем, а их уже в последнюю очередь открутим. Открутил я все болты. Ну, как и говорил, два вот этих остались крайних. Снимаю их, потому что прокладка здесь профилирована не на герметике, и сейчас побежит масло. Здесь ее даже поддон как таковой отрывать и не надо, его чуть шевельнул, и он отойдет. Так, ну, теперь потихонечку, аккуратненько приопускаем зад, потому что у нас в поддоне еще много масла. Ну, вот если вот так вот показать, при пробеге 142 тысячи, видно, что поддон относительно чистый, грязи особо нет, и магниты, да, ежик на них есть, но небольшой, что говорит о хорошем состоянии коробки. Мою поддон и после этого откручиваю фильтр по периметру, снимаю его и тоже мою. Здесь по периметру получается 1, 2, 3, 4, 14, 15 болтов. Все их откручиваем. Все, откручиваю последний болт и снимаю фильтр. Сейчас из-под фильтра еще масло побежит. Вот хорошо видно, что здесь просто металлическая сетка, нету никакого ни полимера, ни ткани, ни волокна, ни бумаги, ничего. Металлическая сетка, поэтому этот фильтр смело моем и устанавливаем на место. А также пока у нас снят поддон, снят фильтр нижний, снимаем боковой фильтр. И устанавливаем новый, а потом уже устанавливаем нижний фильтр, устанавливаем поддон на новую прокладку. Кстати, вот эту прокладку снимаем. Фильтр крепится тремя болтами, два болта сзади и один болт спереди. Головка на 12, снимаем два хомута, снимаем оба шланга и устанавливаем новый фильтр. Снимаем хомуты. Шевелю патрубки. Все, шевелятся. А вот теперь откручиваю болты.